Причина остановки цели обращения. Причина остановки цели обращения. Она запрещена? Чем? Правильное разрешение. Какой это выявили? Визуально. Визуально? Принесите прибор, будем мерить. Документы передайте, я принесу прибор, померяю. А документ для чего? Ваша личность сына. Вообще имеете право управлять, раз у нас сейчас нет. Вы какие-то удостоверения можно? Младший лейтенант полиции Николаев Иван Павлович, ТДПС, до 17 года. Что, в чем проблема? Причина остановки какая? Я вам сказал, тренировку у вас, пленочка. Я считаю, что у меня нормальная тренировка. Сейчас проверим. Хорошо, так я это и хочу, чтобы вы сделали. Я хочу, чтобы вы мне документы передали. Я и говорю, что у меня подозрение, что они поддельные. Протокол взятия. Протокол взятия, дома, может, сами напечатать. Может быть. Судье я вам покажу это, вызову вас в суд, и в суде будем разбираться. Давайте. Куда бросить документы мои? Дурод, да? Будет отправлять? А зачем документы бросили на землю мои? Бросил у вас на веревке же висят. А почему мне обратно? Я вам руки передал. Почему обратно документы не передали мне? В смысле, что? Я дал документы, вы бросили почему-то на землю. Я не бросил, я повесил. А почему мне это обратно? Почему мне обратно меня не отдали? Илья Игоревич, зачем этот трос? Вы не можете по-человечески? Вы не поймете.